Так, сейчас повинні дати последнюю награду. Если, конечно, хватило именно по очкам. Ну, сейчас подивимся, так. Не хватает мне еще 500 очков до последней. Остается еще сыграть два вызова даже. Так что я думаю, много кто позабирает именно последнюю награду. Так, 200 тысяч. 200 усилений удачи. Так, вот такая еще рамка. Большой пакет с приманками. Будет уже интересно, чи выпадет именно новая рыба. И также дают удочку 5 звезд. Ну, получаем. Самое главное, это, конечно, что получил 200 тысяч. Потому что золото у меня, конечно, было на нулях. Так, ну, забираем 700 обычной. Морской карась. И также 700 молот рыба. В принципе, распределили поровну. Так, обычной 126 редкой дали. И также 336. Нормально, в принципе. Так, эпично. И сейчас будет решальный такий момент. Да, дали 40 именно новые рыбы. Даже можно уже и улучшить. Что мы сейчас и сделаем, конечно же. Так, улучшаем. На 10 звезд. 2500 дают опыта. И треба аж 50 тысяч. Ну и вон так вони есть, то, конечно же, улучшим. Так, что тут еще нам? И удочку. Удочка на эпичных рыб. Вот такие, в принципе, награды непогані. Также, конечно же, вернули мне удочку по штиту, что я специально слив на удочку 8 уровня. Конечно, у меня была удочка на эпичных рыб и сонаром 80%, с перками 4,5 и 4,4 на вес на эпичных рыб. Ну ничего. Колись улучшу, колись прокачаю. Так, ну и сейчас пару раз закину именно на приманку 6 уровня. Конечно, почти ничего вона, ну, не меняется. То есть, как было сложно вытягти на 12 звезд, так и будет сложно ее вытягти на 12 звезд. Просто именно что это улучшение дало еще плюс трошки очков у саму акцию за улучшение, то есть дают 500 очков, а это уже непоганый, в принципе, плюс в рейтинг. Так, в рейтингу я покажу сейчас, подивимся. Покажу 37 место, ну, это, конечно, пока. Хотя бы, аби попасть в топ 100. И так будет тоді непогано. Дают еще одну удочку 4 уровня, плюс гигантский пакет фортуны, то есть на новых рыб. Ну и 300 усиления сонара. В принципе, было бы дуже неплохо. Так, ну и все, осталось у меня, ну, на 12700 я точно не вытяну, то что все нереально вытягти. Ну, а постараться занять первое место в вызове, конечно же, надо. Ну и сейчас пару раз позакидаю, вообще подивимся изменения какие. Так, 11500, ну и сейчас перейду по-быстрому у поединок, именно попробую в поединку ее пошукать. Так что это такие, в принципе, итоги, не зря я пожертвовал
удочками. Витягнув легендарку на 12 звезд, получив 150 жемчуга. Також получив непогано золото, що поможе в дальнейшому участвувати у других событиях. 11 тисяч, 7 тисяч, 10. Ну, я ж кажу, кошти нічого не помінялося. Хіба що є більший шанс витягти грибу іменно на 12 звезд. 8, 11. То есть изменения, ну, не дуже здорові. Ну і, звісно ж, дуже сильно так повезло іменно, що із большого пакета і випала іменно нова риба, то є 40 приманок. Так, 12 тисяч. Использую я пес і сонар. Так, то що в прошлому дню, то есть на другий день я витяг именно на 12 звезд. Це з помощью веса і сонара. То есть шукав я із удачею, то есть діла не було вообще. А именно як включив вес і сонар, то повезло, так сказати. Так, 11. Так, не будемо тягти время. Так, ну і ще раз попробую, ну і на цьому закінчу. Так. Продовжаємо. 6 тисяч, 8 тисяч. Ну, періодично, звісно, можна включати і другі. Пару разів використовувати. 12 тисяч 200. То есть воно може сработати так, як усилення. То есть ми витягуємо сразу із весом і сонаром, потім включаємо, пару раз закидаємо і обратно відключаємо. Так, трошки не то відключив зараз. Витягну, подивимося, вдруг там на 13 зірок сидить рибка. Так. Ні. На 11 звезд на 1500. Так, 8, 7, 6. Це 2000, це зовсім щось не то випадає. 11700. Так, обратно включаємо, пробуємо. 11700, 11800. Ну, як бачимо, на 12 тисяч, то есть не дуже хоче, я б сказав би, вообще не хоче. Так, ну, на цьому, наверное, все. То есть, це я вже пізніше, то есть, повилавлюю там. Може. Ну, перше місце це 12375. Це даже, по-моєму, на 12 зірок риба. Так що витягти буде не так уж і просто. Ну, тоді пізніше попробую. Також ітоги будуть завтра. Так, ну і десь спустя минут 5, то есть, получилось таки витягти на 12 звезд 12446 очков. Использував я, як бачимо, вес і сонар, то есть без кубику і усиління удачі. Так що це такі результати. Звісно, вже попроще було трохи впіймати. Ну, може, хоча да,
Бистріше, чим із прокачкою іменно 5-го уровня.